Ребят, я попала в закулисье в фазмофобии. Надеюсь, вы знаете, что это такое. У меня нет фонаря, поэтому я ни хрена не вижу. Здесь у нас стоит женщина странного происхождения. Стульчик. Блин, сколько я с 7-го раза попала. Женщина, вас можно немножечко отвлечь от вашего очень интересного времяпрепровождения? А, она просто дэнсит и все. Ну, окей. Очень интересная стена, конечно. Самая интересная во вселенной. Тут у нас какие-то старинные шкафы. Вообще-то странно, я видела у человека вот это закулисье, и там был почему-то коридор. А здесь коридора нету, тут просто какая-то комната для очень сильного интроверта. В общем, вот так у нас выглядит закулисье. Если кто не видел, дверь, наш с вами призраки, и мы, которые больше никогда отсюда не выберемся. Вот такая вот история. Как говорится, как зашли, так и вышли, да уж.